Друзья, возвращаюсь домой в нашей деревушке итальянской. Тишина и благодать. Такое маленькое сказочное безмолвие здесь творится. Единственное, вот свет в окне. Моя комната. Людей стоят ворота, входная дверь, хотя забора нет. Бонасера. Хозяин еще не спит. Вот так вот и живем. Удивительно живем. Он на втором этаже, я на первом. Пока все. Смотрите, отзор твой.